Марс. На Марс попали. Это. Никого нет. Бурый закат. Очень много темных туч. Тут ноги вязнут в песке. Что-то случилось. Война какая-то страшная. Она окончилась или идет? Окончилась. Все не наши. А вы один остались? Нет, это еще люди. Вы там свободно дышите? Да, ветер сильный там. Вы человек? Да. Прям задувает. Сильный, сильный ветер. Оно уже прошло. Почему была война? Как вас там зовут, вы знаете? Нет. Угу. Но я кто-то непростой. Я принимал решение там. Вы были одним из главных? Да. Вы верное решение приняли? Что вы хотите там делать? Что вы делать будете? Стою на коленях. И ветер дует. Сильный очень. Вы собрались умирать или что? Или просите прощения? Вернуть как было. Для чего был дан этот опыт с войной? Для чего? Что вы поняли через этот опыт? Хотите вернуться обратно? Да. Я должен понять. Возвращайтесь. Посмотрите время позже или раньше этого момента. Что вы видите? Пески.
ветер. Солнце за песками не видно. Как тело себя чувствует? Больно. Какой-то мы все изранены. Переместитесь в момент смерти там, вашей смерти, как вы умираете. Я специально ушел, чтобы умереть. Чтобы не видеть? Чтобы умереть. Люди есть. Я ушел. Потому что больно. Вы чувствуете вину? Да. Очень сильно. Простите себя. Вот сейчас соединитесь. Вы из будущего смотрите на себя в прошлом. И примите себя таким, какой вы есть. Простите себя. Дайте себе же энергию. Можете плакать. Освобождайтесь. Опять здесь. Вы успели передать энергию себе же, тому же, тому прошлому? Все по воле Творца. Что вы сказали? Я обнять успел. Отлично. Куда вы сейчас хотите отправиться? Обратно. Отправляйтесь. Марс – колония Земли, автономна. Когда она стала колонией? Когда утром. Вижу тронный зал. Мне наследник. Напишите наследник. Маленький мальчик. Темный волос. Жена красивая. Она его видит по залу. Что там происходит? Картинки исчезают. Взрыв был. Около планеты. Рядом с планетой взрыв? Да. А что там взорвалось? Чьё на устройство было? Не знаю.
плакать. Вот так ярко-ярко желто. Я на корабле. Космическом? Да. Куда летите? Мы летим осваивать сектор галактики. Нас 12 человек. Какое время вы мне можете сказать? Может быть другое исчисление. Не, по-моему, Солнечная система. У нас лучом прямо здесь. Военный корабль сверху. Здорово так. А мы. Вообще, нет, хорошего. Вы научная экспедиция. Да, мы тоже думали жизнь посеять. Все плывет. Гравитация сейчас. Там погибли? Все погибли. Я последний. С пустыми руками. Правая. Я вижу зеленый свет. Хорошо. Смотрите со стороны, а дальше что вы будете делать? Куда вы дальше идете? Когда человек умирает, куда он идет дальше? Я знаю. Так красиво. Спокойно. Вас куда-то тянет с того места? Нет. Вам хочется там быть? Я смотрю на галактику, на звезды. Так спокойно. Куда вы сейчас хотите отправиться? Или уже отправились? Вопрос вспомнил. В чем смысл этого воплощения? Ну, сначала смотрим воплощение, а потом задаем вопросы. Ну, мы и можем перейти к вопросам, если устали, потому что здесь вы смотрели такие сильные моменты. Я не устал, но что-то картинок не выводишь. Просто смотрю на темноту век. Угу. Я могу вас вернуть на Марс, давайте. Если это еще актуально, или уже... Это актуально.
Мне надо что-то вспомнить. Хорошо, возвращаемся на Марс. На главные моменты посмотрите, что важно для вас сейчас. Просто на орбите. Вот его, оно взорвалось. Какой-то круглый, железный, большой. Как корабль, что ли, или какой-то. Нет, это устройство. Почему оно взорвалось? Его надо было взорвать. Вы так решили, или что? Да. Это дверь. Через них они пришли. Что-то не так пошло. Чем-то жопа взорвалась, не должно. Работать в прошлом можно, вмешиваясь в это прошлое. А что? Работать с прошлым можно, вмешиваясь в прошлое. Если вы хотите что-то исправить в этом прошлом, просто имейте это намерение. Будущего, прошлого нет, все едино с настоящим. Что бы вы хотели исправить? Там. Не знаю, убеждение какое-то, что себя взорвать нужно было. Что нет вашей вины в этом? Нужно, но как-то не так оно взорвало. Что-то не так пошло. Не проконтролировал, что ли. Не знаю. Возвращайтесь обратно на Марс и контролируйте теперь. Теперь вы контролируете ситуацию. И взрыв контролируете. Исправляете это.